Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить две теплицы капля 3-метровой ширины, 2-метровой длины. Пока приехали, разложились, начинаем работать. Вот на таком основании будет состоять арка. Два каркаса у нас стоят, прикрутили мы их к основанию. Сейчас будем крыть их поликом. В каждой теплице будет форточный блок на автоматах и фрамуга стеновая на газлифте. Торцы у забора глухие. Самонтаж. Строили сегодня две теплицы капли, 3 шириной, 2 длиной. Двери с форточками по торцам, дальние торцы глухие, есть фрамуга на газлифтах в обоих теплицах, есть форточные блоки на термоприводах, каркас, профильная труба 20 на 20, покраска примерно порошковым способом, цвет шоколад, стоит все на трубе, труба 80 на 100, кажется, все прикручено. Также есть диагональный усилитель для большей жесткости конструкции. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такие две малютки у нас получились. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите в комментарии.